Йоу, пацаны! С радостью сообщаю, что мы закончили наш второй проект от студии. Прежде чем я расскажу о нашем новом опыте и будущих планах, давай посмотрим на нашего нового пушистика. Получился настоящим красавчиком, и мне было очень приятно работать над этим сьютом. В то же время могу с радостью отметить, что в работе замечены явные улучшения. Прогресс не стоит на месте, и время на создание полноценного партила сократилось аж в 2 раза. Ровно через 3 месяца фурсьют готов, и это даже с учетом того, что были задержки в доставке материалов. Также лично для меня небольшой победой является то, что стрижка и в целом работа с мехом стала аккуратнее. Габриэль, он же Львумба, и Оливер внесли невероятный вклад в развитие моих навыков, за что я безмерно благодарна. И отдельную благодарность выражаю заказчице, поддержка и оценка которой помогали во время всего процесса работы над пушистиком. Спасибо за возможность работать с тобой. Если говорить о дальнейших планах, то я думаю попробовать сделать 2 сьюта параллельно. Это будет новый опыт, поэтому надеюсь на вашу поддержку. Также рассчитываю сократить время изготовления и уложиться в 2 месяца. Правда, не знаю, получится ли это, если я буду делать 2 сьюта параллельно. В любом случае, ничто не мешает попробовать. Также в следующем году нас ждет много нового. Это и фул, и фурсьют в стиле кимоно. В общем и целом, огромный простор для создания новых туториалов. Фуртапки, комбинезон, рукава, кимоно-глазки и многое другое. Ну а всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь видео с друзьями. А мы вас любим, целуем, обнимаем. Всем пока!